Приехал на зарядку в Астане. Вот Зикр заряжается. Сейчас зарядится, и я потом встану. Это Зикр 001 All New называется. Получается 100 киловаттная батарея. Здесь мощность 120 киловатт. Вот сколько принимает. 119 киловатт и принимает машина. Это получается, она минут за 30 зарядит полную батарею, которая у меня, столько она зарядит. Так что последние модели могут спокойно заряжать на такой скорости. И это не предел. У нас есть еще 160 где-то, под, как читалом где-то заряд. Шартан, да. И вот она еще 160 может принять. Ну и это тоже, думаю, не предел. До 300, наверное, примет. 30 минут показывает до 100%. За 23 минуты залилось 50 киловатт. Так что если у вас такая машина, то долго не будете стоять на зарядке. Вот Зикр уехал, теперь заряжаюсь я. Сравниваем скорость зарядки. 59 киловатт заряжается с такой скоростью. Моя машина, вот 59 киловатт. И Зикр заряжался 119 киловатт-час. Ну, получается, в два раза он быстрее заряжается, чем моя машина. Причем моя машина 2021 года выпуска, а Зикр был 2024. За три года скорость зарядки выросла в три раза. Данный электромобиль, который уехал Зикр, он принимал до 160, по крайней мере, это то, что видел хозяин. Может быть и больше. Моя принимает 64 максимум машина. Пробег у него показывает прогнозируемый 650 километров, у меня 400. У Зикра стоит 100 киловаттная батарея, у меня стоит 52 киловатт. Два раза выросла емкость. А массовый электромобиль начал выпускаться только 20 лет назад. За 20 лет смотрите какой прыжок. В итоге за 23 минуты зарядки я залил себе 21 киловатт-час. Зикр за это же время залил 47 киловатт. Это больше, чем в два раза. Надеюсь, видео было полезным. Всем спасибо. До свидания.